Добрый день, это клуб Spellscape. Сегодня у нас будет обзор самого последнего набора Fast Forces из Geralt Clicks. Это как раз набор под последний сет, который выходил под названием Avengers Defenders War. Вот это и является его базовым сетом. Этот сет, в принципе, является как бы базовой набором моделей, потому что здесь больше, чем 300 очков базовых. Базовый набор моделей для начинающих, потому что здесь модели объединены как бы одной темой. У них более или менее похожие или схожие, или дополняющие друг друга умения. И поэтому таким вот образом для начинающих здесь проще. Здесь есть только, в принципе, сами модели и кубики. Что вам еще понадобится в таком случае? Вот если вы вообще никогда не играли, вот есть еще вот такие наборы. Это идут, собственно говоря, фишки, которые присваиваются модели, когда она произвела действие. Ну и вот еще есть такие вот тематические кубики. Здесь как раз вот данный набор идет вот к этому. В принципе, они просто друг друга дополняют. Здесь есть такие вот голографические фишки. Джессика Джонс, Daredevil, Люк Кейдж, Iron Fist, Электро и Punisher. Ну и плюс вот набор кубков. В принципе, они вовсе не обязательно, что вам нужны именно такие фишки под модель. Они просто удобно. Они ставятся обычно поверх этих фишек в наших обзорах. Вы дальше это увидите. И так это легче засекать. Ну, в принципе, можете их применять, нет. И опять же, картинки не имеют значения. Вы можете применять любые другие, которые у вас или были, или есть. Ну, тут небольшое дополнение. Сейчас мы посмотрим непосредственно, что же такое фишки. Вот эти фишки, кстати, это не простой такой пластик, как могло бы вам казаться, даже если звук. Видите, они тяжелые. Это фишки, это, в принципе, настоящие вот такого, как типа казино. Именно казино, а не бот-казино. Типа фишек, видите, они очень тяжелые. Это, ну, они качественно очень сделаны. То есть это не просто такой вот дешевенький пластик с картинкой. Это действительно, можете даже звук у них как металлический. То есть тот, который вы слышите иногда в фильмах про казино. То есть поэтому вот такие фишки, если вам даже понравятся, они очень неплохое подспорье. Вы можете их использовать, в принципе, под любое, но вообще их качество удивляет. Они могут на видео или на картинках не выглядеть настолько качественно, насколько они есть и вот в реально при ощущении. Будем использовать. Так, и вернемся к самому важному, непосредственно к самому набору Marvel Knights. Естественно, в него входит Люк Кейдж, Daredevil, Iron Fist, Punisher, Электро и Джессика Джонс. То есть это как раз основные, ну, даже сериалы, которые идут сейчас, они очень популярны и достаточно известны на данный момент. Потому что, например, Iron Fist раньше мало кто знал, кто это такой. Так, посмотрим, что же внутри. Итого, посмотрим непосредственно, допустим, на карточки, которые есть в данном наборе. Здесь вы видите вот карточка Панишера, реальное имя Фрэнк Касл. Сзади написано комикс 2000 года Marvel Knights, который это как бы символизирует. У него 6 кликов, 6 жизней, 75 очков он стоит. Так, дальше. Джессика Джонс. Тоже 2002 года из комикса Alias. У нее тоже 6 кликов, 75 очков. То есть, видите, они достаточно живучие. И они, кстати, друг друга поддерживают. Потому что здесь очень многие, ну, варианты их сил, которые друг другу помогают. Это видно, когда непосредственно в игре. Дальше. Ну, вот он, сам Daredevil. Опять же, его умения. Вот Marvel Knights 2000 года, тоже 6 кликов, тоже 75 очков. Люк Кейдж, тоже не так много свойств. Marvel Knights 11 2001 года, вот его здесь больше всего используется, тоже 6 кликов, 75 очков. То есть в данном случае они немножко здесь более или менее одинаковые по очкам все в данном наборе.
Что, кстати, достаточно редко получается. Обычно у них немножко, ну, больше разброса по непосредственно по вот тому, что у них есть. Так, дальше. Это у нас кто? Это Электра. Она, неужели? Да, 75 очков. Тоже 6 кликов. Электра комикс 2001 года. Ну и описание ее свойств. Она даже, кстати, в руку входит. Она входит в Marvel Knights, Heroes of Hire. В принципе, если вы видели распаковку блистеров, то мы уже подобную открывали. Потому что, например, Люк Кейдж, он немножко другой, чем то, что там открыт был. Так, ну вот, непосредственно Iron Fist, Кун Лун, Heroes of Hire. Он, кстати, даже с Дэдпулом подходит. Marvel Knights, Martial Arts, Mystical. Ну и тоже, ну, больше здесь, конечно, свойств. И да, те же самые 75 очков и те же 6 кликов. То есть, по большому счету, вам, в принципе, из 6 человек для армии в 300 очков надо выбрать 4. Это будет как раз достаточно идеально, потому что вы всегда получаете 3 очка действия. Вы не можете их использовать подряд 2 хода. То есть один и второй ход присваивать им. Поэтому если бы у вас было меньше, вы просто теряли очки, а так вы просто можете их немножко распределять, и таким образом у вас очки действия не будут теряться. Но это так, уже в общем, если заходить в правила. В принципе, набор хороший, потому что и Daredevil, и прочие, они играют. Это не то, что набрали вообще бесполезных моделей. Например, Punisher, он очень хороший стрелок, он любит брать... И на турнирах даже, то есть неважно какой он там, редкий, нередкий, это с эффективностью редкость, как и с картами там Мэджика, Покемона, зачастую не имеет особенного значения. Ну а здесь вот вы можете увидеть вот Люк Кейдж. Вот сама модель Daredevil'а в классическом виде. Вот такой вот он. Так, дальше, например, Punisher, который, кстати, тоже сейчас будет. Ну, так неплохо получился в последних сериалах. Но сейчас он еще получит отдельный сериал, насколько я знаю. Так что его будут снимать и снимать дальше. Теперь что? Вот Джессика Джонс. И, наконец... Вот Электро. Итого, это и есть тот базовый набор. 6 моделей, который вам поможет прекрасно начать игру. Игра быстрая, игра простая. Если хотите, присоединяйтесь к нам. Мы будем учить вас играть. До свидания. С вами был клуб Spellscape.